День комплекса «Готов к труду и обороне» предлагают учредить в Якутии. Предположительно, его будут отмечать 4 мая, сообщил агентство «Эрспорт», начальник отдела физкультурно-оздоровительные работы регионального управления физкультуры и массового спорта Александр Брызгалов. Он выразил надежду, что предложение пройдет все необходимые согласования и будет утверждено распоряжением правительства Якутии. Ранее представитель регионального оператора ГТО сообщал, что на портале комплекса от республики зарегистрировано около 30 тысяч участников. Из них испытания проходят примерно 12 тысяч человек. Знаки отличия в 2016 году получили 1050 учащихся Якутии. Из них 258 золотых, 515 серебряных и 277 бронзовых. Всего за этот год в регионе прошло более сотни мероприятий комплекса.